Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в окружном штабе партии на Можайском шоссе. Собранный груз единороссы передали в фонд содействия ветеранам боевых действий, членам их семей и инвалидам военной службы «Ратник». В составе груза вместительные рюкзаки, непромокаемые чехлы для одежды, средства личной гигиены, термоноски. Фонд «Ратник» также помогает Докучаевскому детскому дому. Его воспитанникам одинцовские партийцы передали наборы для детского творчества.